Каким чувством вы летите обратно? Германия. Германия хочу сказать большое спасибо всем. Вам я тоже хочу сказать большое спасибо. И я надеюсь, что мы с вами долетим. И я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив. И будет круто, если вы дадите мне сесть. Уважаемые граждане, просьба выйти на улицу и мешать проходу гражданам и жителям. Чувствуете себя героем, когда возвращаетесь на родину? А я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад, и мы же с вами все равно еще будем... Дайте дежавю немножко. 2.5 часа лететь вместе. Deutsche Welle. Меня зовут Никита Баталов. Мы находимся в самолете авиакомпании «Победа», который приземлился не в аэропорту Внуково, как было запланировано, а в аэропорту Шереметьево. Я хотел бы сказать следующую вещь. Я в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что мы просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение. Ну, это просто еще раз показывает то, что происходит в России. И показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал, возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. Потому что, господи, боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые, ну, занимаются какой-то ерундой. Ну, они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Ну, просто зачем? Для того, чтобы, как там Путин сказал, да кому он нужен? Я... прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. Ну, в первую очередь, врачам, конечно, и медсестрам, да, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Если я арестован, то вы можете меня увезти. Если я не арестован, то мой юридический статус такой, что вот мой адвокат пойдет со мной. Это очень простая вещь. Все очень просто. Нет, он не отказывается. Он хочет проследовать вместе с адвокатом, который у него есть в семье. Давайте значит, смотрите, вы его задерживаете, все документы у меня, вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление ФСИНа, все заявления. В ваших же интересах меня пропустить с ним вместе. Потому что ФСИН говорит одно, у нас есть решение суда по этому поводу. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня, а я пока здесь. На каком основании? На каком основании? Алексей! Юля! Они настолько боятся Алексея,
что закрыли, парализовали практически все. Все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо.